И сегодня у нас будет третья серия занятий с барой с нашей по живому фазану. Посмотрим, как она поработает сегодня. Вот такой красавец. Держу, держу, не переживай. Он полностью дикий, поэтому она его подымет, он полетит в природу жить. Нет, нельзя. Посмотрим, как она по следу сработает по фазанчику. Покажем. Ну, короче, бара показала, нарвались. Она нам фазанов поймала. Она его не подняла, а буренев поймала. Ну, не потревожила, все нормально. Петух живой, все в порядке. Она его аккуратно взяла. Вот такое. Сейчас еще раз заложим.